Всем привет, друзья! Сегодня у нас Hyundai Tucson 2018 года. И сегодня мы с владельцем Николаем посмотрим, как здесь поменять салонный фильтр. Салонный фильтр находится в салоне под бардачком. Открываем бардачок. И первое, что делаем, снимаем ограничительную тягу. Для этого сдавливаем немножечко вот эту прищепочку и скидываем тягу. Все. Дальше снимаем две заглушки слева и справа внутри бардачка. Чтобы ее снять, поворачиваем каждую против часовой стрелки и достаем. Вот эта заглушка, она является ограничителем хода бардачка. После того, как мы их снимем, бардачок уйдет ниже. После этого бардачок опускается ниже. И вот мы видим крышку салонного фильтра. Для того, чтобы ее снять, справа нужно нажать на прищепочку и вытащить крышку. Сдавливаем два усика и тянем на себя крышку. С другой стороны фиксатор. Вот такой вот фиксатор, который вставляется в соответствующий паз. Достаем старый фильтр. Достаем аккуратно, чтобы не высыпать весь мусор, который на нем. Вот фильтр, который здесь был установлен. Этот фильтр был здесь с завода. Вот его номер. Родной фильтр. Ставить будем фильтрон. Вот его номер. Этот фильтр бумажный, не угольный. Вот еще раз его номер. Смотрим на стрелочку Airflow, поток воздуха. То есть воздух у нас идет сверху вниз. Соответственно, таким образом мы устанавливаем фильтр. Установили. Закрываем крышку. Вставляем левую часть крышки в паз и защелкиваем правую. Закрываем бардачок, вставляем на место заглушки, совмещаем выступы заглушки с прорезью в корпусе бардачка, поворачиваем по часовой стрелке. После этого бардачок уже, видите, зафиксирован, ниже не опускается. Точно так же вставляем левый фиксатор и накидываем тягу. Готово. Закрываем бардачок. А на этом сегодня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал группы ВКонтакте. Узнавайте больше, делайте сами. Всем пока.